Президент Красносельский сегодня принял посла Словакии. Павел Иван уже приезжал в Приднестровье. С Вадимом Красносельским сегодня встречался впервые. Обсудили переговорный процесс. Вспомнили 2019 год. Тогда состоялась последняя встреча в формате 5+2. Словакия тогда как раз председательствовала в ОБСЕ. Конечно же, Словакия делала все возможное для того, чтобы продолжить переговорный процесс. И они эти дела искренне, занимая нейтральную позицию в отношениях между Приднестровьем и Молдовой, но, к сожалению, формат состоялся, но итогового документа подписать не получилось. Да, по вине молдавской стороны, и вот с тех пор, после словацкого представительства, больше формат 5+2 не собирался. Посол Словакии Павел Иван, в свою очередь, отметил. Основная позиция наша не меняется. Мы за политическое, дипломатическое урегулирование, комплексное урегулирование вопроса конфликта или этой проблемы, учитывая интересы всех. И мы против того, чтобы механизм, переговорный процесс, чтобы он был устранен или ликвидирован. Говорили и о сотрудничестве между Приднестровьем и Словакией. Экономика, культура, образование и туризм. Сегодня Павел Иван также побывал в торгово-промышленной палате Приднестровья и ПГУ.